Сегодня интернет-сообщество было взбудоражено новостью о том, что в Волге появилась акула. Экзотическую рыбу якобы поймали недалеко от Козловки. По информации форума, на связи мужчина от удивления принес улов на работу, а его коллега разместил фотографии рыбы X в сети. Татьяна Трофимова разбиралась, как в Волгу мог попасть подобный экземпляр. Это существо вызвало ажиотаж в сети. Посетители форума в недоумении. Кто же все-таки на фотографиях? Что за монстр? Гибрид? Или заселение инопланетян уже началось? Два признака – хвост и поверхность тела – четко говорят нам, что это акула. А специалисты в чудеса не верят и появление необычной рыбы объясняют просто. То, что касается рыбы, которую поймали, значит, у нас в Волге, то по фотографии можно заключить, что это сигалеток, то есть годовалый детеныш акулы. Акула явно не нашей, скорее всего, Индийского океана. Скорее всего, содержат в аквариуме различных акул. Ну, многие в Индийском океане отдыхают на Гоа, очень популярное место. Могли там поймать, так сказать. Ну и, в принципе, в Москве можно купить акулу. Вот детеныш, они небольших размеров, содержатся в аквариуме, она могла там умереть. Вот. Ну и шутники, так сказать, могли выпустить Волгу, выпустить акулу. Вообще это, я бы сказал, лучше бы надо все-таки этой милицией заняться. Выпускать акулу вот так вот, да? Это тоже уголовное дело должно быть. Ведь она и хватит схватить, может, даже такая вот. Если прецедент был, то могут еще выпустить. Летом тем более. После практически 24-часовых обсуждений в сети оказалось все еще намного проще. По данным форума на связи, сотрудник, который затеял всю эту историю с акулой, подрабатывает на рыбоперерабатывающем предприятии. Туда привозят замороженные брикеты с сельдью, скумбрией, горбушей и другими, которые солят, маринуют, фасуют. Среди этой рыбы попадается сорная, вроде этой небольшой акулы. Вот он и решил ее взять с собой и пошутить над коллегами. Мол, смотрите, что с утра сегодня на мормышку поймал. Думал, посмеемся и ладно. А тут поверивший в байку коллега вынес тему в онлайн. И понеслось. А когда съемочная группа собралась акулу заснять, сам так называемый рыбак и выкрал ее из холодильника. Не ожидал, видимо, что поднимется такой ажиотаж. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.